Всем привет, друзья! Если вы смотрите это видео, пока не забыли, сразу же поставьте лайк, подпишитесь, если вы еще не подписаны, и если вам понравится, то поделитесь этим видео с друзьями. Сегодня мы с вами посмотрим, как сделать ДНК-тест. Знаете, меня всегда очень интересовал вопрос моего происхождения. Когда я жил в России, в Сибири, в Омске, очень многие называли меня евреем. Я искал данные о своем происхождении в архивах, спрашивал своих родственников, но так ничего и не нашел. Поэтому мы с моей женой решили купить DNA-тест, это ДНК-тест, чтобы посмотреть в процентном соотношении, какие расы присутствуют в моем ДНК, и посмотреть, какое все-таки у меня происхождение. Мы выбрали самый популярный ДНК-тест MyHeritage DNA. Обошелся он нам вместе с доставкой $67. Вот так он выглядит, MyHeritage DNA. Итак, распаковываем наш тест. Открываем. DNA Kit Activation Reminder. Затем берем инструкцию. Первый шаг. Нам нужно поставить MyHeritage DNA App в телефон или на компьютер. Второй шаг. Открываем нашу коробочку. У нас здесь есть две палочки и две пробирочки. Сначала мы открываем первую палочку, проводим под левой щекой в течение 30-60 секунд, затем открываем вот эту пробирку, погружаем туда палочку и вот по этой линии обламываем и закрываем пробирку. У нас получается первая пробирка с материалом. Затем повторяем ту же самую процедуру под другой щекой. В итоге получаем две пробирки с материалом. Эти пробирочки нам нужно отправить. Открываем вот этот пакетик, погружаем эти две пробирки сначала в маленький пакетик, потом маленький пакетик погружаем вот в этот большой пакетик и затем в конверт почтовый. Идем на почту, клеим марочку и отправляем конверт. И будем ждать результатов. Мы поставили MyHeritage App. Запускаем его. Здесь мы будем регистрироваться, и потом мы в этом приложении увидим результат. Разносил дома газеты, но не знал, кто я такой. Рок я на кассетах, но не знал, кто я такой. Рвал струну я на гитаре, но не знал, кто я такой. Просыпался утром в баре или вечером бухой. Увидим результат через несколько дней. Ничего не надо больше, кроме этих пробирок. Пиши свое имя, потому что я сейчас буду свое писать. Валера, как они будут знать, что это твое? Ту же самую процедуру мы повторили для моей жены. Конвертики закрыли. Завтра отправим и узнаем с вами результаты.
ставим лайк, делаем репост, подписываемся на мой канал и увидимся.